Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 200. Какие фразеологизмы вы узнали, глядя на эти шутливые рисунки? Что они обозначают? Вспомните, какие фразеологизмы употреблялись в речи у вас и употребляют ли их ваши родители и друзья? Вешать лапшу на уши – это значит обманывать. Работать спустя рукава – то есть плохо, без старания. Крокодиловы слезы. Это значит притворный плащ. Задирать нос. Важничать, зазнаваться. В жизни мы часто употребляем фразеологизмы. Без задних ног, то есть спать очень крепко, беспробудно. Грызть гранит науки. Это значит хорошо учиться. Держать язык за зубами. Это означает, что молчать, хранить тайну. Болтаться без дела. Это ничем не заниматься. Не знать, чем себя занять. Жизнь продолжается. Это говорит о том, что ничего страшного не произошло. В полуха. Это значит, ты слушал невнимательно. Ежовые рукавицы. Когда над тобою строгий надзор. В ногах правды нет. Это своего рода приглашение сесть. Гора с плеч. Когда разрешается какая-то крупная проблема. Понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на наш канал. Если есть предложения и пожелания, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео.